по-новому все повторить. Между нами тает лед. Пусть теперь нас никто не найдет. Мы промокнем под дождем. И сегодня мы только по-новому. Всем привет! Вы на канале Ромашки. С вами буду вам по-инжовому рассказывать спойк. Да, вам сегодня будет Рома рассказывать про его новую машину Range Rover. Спорт. Спорт. Ну давай рассказывай. У него только дверь открывается. У него вот здесь на кофте, вот здесь, и вот здесь, и вот да, здесь. Да, вот здесь у него люк. Если будет там жарко или что, можно так вылезти или просто открыть, и будет хорошо. Да, Ром? У него такие классные колеса, шины. Он на механизме, проверь. Вау, да, на механизме. Так, давай еще что-нибудь расскажи про него. У него синий. Покажи, что у него там. Вот, у него двигатель, подвеска вот. Где подвеска? Ну, на чем он находится, шины и так далее. Вот такой его классный. Range Rover Sport. Вот, классный, да, Машенька? А у меня еще краска есть. Да, мы про него рассказывали уже, да? Мы с Ромкой вот про вот этот, вот про этот уже трактор рассказывали в предыдущих видео. Мы вам оставим в комментариях видео про строительство, про строительные машины. Да, Ром? Ну, не только про грузовые и так далее. Пример как трактор. Да, Ром? Если вам нравится новая Ромина машина, тогда ставь лайк и подписывайся на канал Ромашка. Всем пока-пока. Всем пока-пока.